таких шикарных местах удается побывать нечасто. Но если это случается, то дело того стоит. Привыкшая ко всему небольшому, компактному, я, как человек из провинции, здесь ненамного теряюсь. Кажется, что все вокруг давит на тебя. А потом это ощущение быстро проходит. Ведь понимаю, что нахожусь я в одном из самых красивых городов нашей страны. И, надеюсь, люди вокруг меня чувствуют то же самое. Лучшее место встречи для тех, кто живет в самых дальних уголках России, куда даже самолеты не летают и не ходят поезда. Для кого традиции, родные языки и культура – не просто красивые слова, а смысл жизни. Самое дорогое, что есть у этих людей, раз в год они привозят в Москву. И кому посчастливится здесь побывать, обязательно встретит сокровище с севера. Все прекрасно понимаем, что страна находится, наше общество, в непростых условиях. Экономика и вообще информационное поле, оно все равно дает знать. Мы гордимся этим, что субъекты все равно держат этот проект. Оленеводы, рыбаки наши, мастера. Они приезжают, и, конечно, этим самым мы показываем хороший пример и себе, и всей стране, что мы можем жить, работать, несмотря ни на что. Мы, северяне, к таким картинкам уже привыкли. Традиционные жилища коренных народов Дальнего Востока или Севера, люди в национальных одеждах, в Югре уже почти никого не удивляют. Другое дело здесь. Многие москвичи и гости столицы на все смотрят впервые. Для них это диковинка, которая притягивает как магнит. Предлагаю вам снова отправиться в увлекательное путешествие в удивительный мир сокровищ Севера. Это будет моя история. Присоединяйтесь! Сокровищами Севера называется выставка-ярмарка. Но это еще и соревнование регионов. Кто лучше представит свой округ или край оригинальными экспозициями, кто приготовит самые вкусные традиционные блюда или покажет национальные наряды. На все дается шанс себя проявить. Быть первыми всегда почетно, но для этого надо очень постараться. Видела вот такую игрушку, но не подозревала, что она еще в 19 веке мастерами изготавливалась. Для моторики рук, да? Да. Гимнастика неплохая. Все надо создавать своими руками. И, как говорили в детстве, голова забудет, руки никогда. Чувствуете запах кости? Знайте, вы не в стоматологическом кабинете, а находитесь среди мастеров-косторезов. Многие не только мастеровые традиции сохраняют, но и свободно говорят на родных языках. Так сходу и не поймешь, на каких, пока не спросишь. На вепском языке с нашими телезрителями поздоровайтесь, пожалуйста, я послушаю. Терхен кайкеле, мейтулеми питерин агеспей, подпорожьен лиднаспей, видлан кюляспей, вепсойден малпей. Мы
Впервые на сокровищах Севера я поучилась традиционным танцам коренных жителей. Эх, где мои 18 лет? По сравнению с молодежью выгляжу тяжеловато. И сыграла на музыкальном бревне коренных народов Юга, Дальнего Востока, нивхов и нанайцев. Это полегче танцев. Девчонки, какое же это чудо не только находиться на этом празднике, делать фильмы о нем, но и создавать классное настроение. Сокровища Севера дарят только позитивные эмоции. Если вам их не хватает, поверьте мне на слово, скучно не будет. У каждого народа свой стиль. Начиная от манеры исполнения песен и танцев и заканчивая традиционной одеждой. Знающие люди легко отличат ненцев от чукчей, эвенков от ханты. Но таких очень мало. В России проживает 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это более 315 тысяч человек. По масштабам страны совсем немного. Может быть, поэтому все, что они делают, это всегда нечто особенное, эксклюзивное, завораживающее и даже магическое. Это музыкальное бревно называется тетечкаш и считается одним из ритуальных обрядовых инструментов коренных народов Юга, Дальнего Востока. На нем нивские женщины играли на празднике медведя. У нас тоже есть медвежье игрище, но, кажется, женщины там не играют. У нас как раз именно женщины стучат на музыкальном бревне. Различные ритмы нивские женщины танцевали, подражая движениям медведя. А мужчины не танцевали, но они состязали свои силы и смелости. Какие разные культуры. Попробуем, конечно, войти в роль нивских женщин? Да. Девчонки вздрогнули? Давайте. Поехали. Я начинаю? Угу. Вау. Несмотря на кажущуюся схожесть культур коренных народов России, различий у них тоже немало. И то, что дозволено одним, другим нежелательно. Таковы традиции. У нас в Югре есть стойкое убеждение, что играть на таком инструменте должны мужчины, ну, либо старейшины, уважаемые женщины. А вы не просто его держите в руках, вы еще и автор, создатель. Для меня бубен – это, наверное, больше как древний медицинский инструмент, вибра и звукотерапия. Его еще называют гормон полета, который улучшает настроение и вообще, ну, такой чувствуешь подъем сил. Я не просто так его сделала, не просто потому, что мне захотелось, потому что это модно или еще что-то там для выступлений. Я к нему потянулась. Или он меня позвал, я его даже не знаю, как назвать. И для меня было важным именно не заказать его, не купить у кого-то, а сделать своими руками только для себя. И когда я его делала, я в него вкладывала свою душу, свою энергию. То есть, и, наверное, теперь мы с ним одно целое. Чувствую вибрацию. Из года в год география участников «Сокровищ Севера» почти не меняется. Это более 500 коренных жителей из 25 городов и районов России. От Мурманской области до Чукотки – везде, где живут коренные народы, находятся те, кто удивляет нас своим артистизмом и пластикой.
покоряет природной красотой и обаянием. Это люди труда и невероятного терпения, которым, казалось бы, под силу все, за что они не возьмутся. Для меня это перспектива узнать больше, потому что я самоучка, это в первую очередь. Это кладезь знаний и опыта огромного. Тем более не просто с какого-то определенного региона, а со всей нашей огромной и необъятной страны. Не каждый сможет попасть на такой прекрасный праздник, еще с таким названием «Сокровище Севера». Конечно, многие бы мечтали попасть, но в основном выбирают тех, у кого рука талантливая. Сколько бы игрушек не видела, но такой прелести еще не подозревала, что коренные жители могут создавать. Что это за игрушка? Откуда она? У кого научились? Эту игрушку нам принесла одна из сотрудниц наша и захотела, чтобы у нас в музее появилась такая. Вот пришлось повозиться. Мне кажется, каждый мужчина, он в душе ребенок большой. Делегация Югры на выставке-ярмарке вновь одна из самых многочисленных. Это тоже своего рода традиция, которую Ханты-Мансийский округ, как регион-лидер, старается не нарушать, предлагая всем познакомиться не только с коренными жителями Ханты-Манси и лесными ненцами, но и даже с их родословной. Проект «История семьи, история страны», 18 родословных, которые уже настолько переплетены в нескольких человеческих судьбах. И получается, что мы пишем родословную нашей Югры. Потому что это ключевая история. Когда мы говорим о том, что, сохраняя традиции, мы должны опираться на свои корни, на свои традиционные знания. Мы продолжим наше знакомство с мастерами и народными умельцами в следующей программе. Побываем в разных национальных жилищах народов России и отведаем их блюда традиционной кухни. Узнаем, как коренные жители Югры поднимают экономику своего региона. Кто, наконец, стал обладателем Гран-при «Сокровищ Севера»? Самое интересное еще впереди. До встречи!